Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон у Ольги Болезина. Здравствуйте. На кировских предприятиях массово прививают работников от коронавируса. Больница скорой медицинской помощи направляет мобильные прививочные бригады на крупные заводы. Так, в начале апреля медики побывали на Авитеке. Первый компонент вакцины «Спутник Ви» получили 60 сотрудников. Для введения второго мобильная бригада позже снова приедет на завод. При выездной вакцинации для сотрудников организуют предварительный медосмотр. Выезжают по заявкам руководителей. В сутки сейчас в Кировской области прививают около 3000 человек. Новых случаев коронавируса в день регистрируется меньше 90. Это уровень начала октября прошлого года. Программа «Экономика». В России продолжат реструктурировать кредиты пострадавших из-за пандемии людей и предприятий. Банк России продлил такие рекомендации в адрес банков и микрофинансовых организаций. Срок их истекал 1 апреля, теперь они оставлены в силе до 1 июля. Граждане вправе рассчитывать на реструктуризацию, если они или их близкие заболели COVID-19, либо их финансовое положение ухудшилось из-за резкого снижения дохода и не позволяет обслуживать обязательства по договору. Об этом рассказал управляющий отделением по Кировской области Волговятского главного управления Центрального банка Сергей Крюков. Представители малого и среднего бизнеса, у которых прибыль снизилась из-за пандемии, также могут обратиться за реструктуризацией. Банк России рекомендовал удовлетворять обращения заемщиков, поступившие с 1 апреля по 30 июня включительно, на условиях собственных программ реструктуризации кредиторов. Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения заемщиков, реструктуризация долга которого была проведена ранее. Также регулятор рекомендовал Бюро кредитных историй и кредиторам не учитывать такую реструктуризацию в качестве ухудшающего фактора при оценке финансового состояния заемщика и расчете его индивидуального рейтинга. В ЦБ отмечают, что продление меры поддержки позволит снизить риски дефолта заемщиков и даст возможность восстановить платежеспособность. Экономика на 101 FM. Полиция в кировских Кальянах ищет детей. Пребывание там подростков до 18 лет без сопровождения взрослых незаконно. 11 таких заведений в конце марта проверили сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района совместно с полицейскими. И посетителей до 18 лет правоохранители там не обнаружили. Запрет на посещение Кальянах прописан в нормативно-правовых актах Кирова. Там же прописано, что до 16 лет нельзя без взрослых ходить в развлекательные центры, ночные и компьютерные клубы. Добавлю, что рейды по проверке кальянных проходят в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 76 рублей 7 копеек. Курс евро 89,59. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.